все їх подивитися? Ні, я не дивлюся. Маленьку. Я вже там опасно подумала. Да? Може, ще там? Ні. Может, такого хочешь? Не-не-не, спасибо. Не-не-не, спасибо. Ой, красотки. Здравствуйте. Привет. А что, тебе камера моя? Да, привет. А где папа? Ну, он какая-то теплая, я же хотела прислониться. Здравствуйте. Ой, подожди, Виша. Ой, как холодно, вы не замерзли, девочки? Вы знаете, какие вещи? Давай, я возьму. Мама, тебе есть свой суп убрать? Мы все так намучились, это просто не знаю. Ой, не так, куда? Что же вы? А я не знаю, что с ней делать. Переверните. Не. Сумка. Я не знаю. Так, так, да, да. Спасибо большое. Давай. Привет. Ну что, загулялись? Духи вкусные? Угу. Папа ж надухался ж. Мы побегали в вокзал. Я говорю, девушка, куда вы ходите в туалет? Не можешь поздороваться со всеми? Всем привет! Я... Васечка. Всем привет! На Западной Украине нет туалетов, знаешь? А мы надо было спросить. А мы спрашивали. В Западной Украине туалетов надо нет. Надо было спрашивать. Мы спрашивали. Я говорю, девушка, куда вы ходите в туалет? Мы ходим туда за чебуречную, но там закрыто. Я говорю, ты нет. А, я замерзла. Я тоже. А, здесь был ресторан, да? Вот это все четыре этажа. Все рестораны. А, там четыре этажа, просто не видно. Туда весь турист ездил просто. Тут если надо, кому надо. Славик! Слышишь, малая? Вон куда тебе надо было. Куда? В дамскую комнату. Кстати, носик припудрить. Кстати, я недавно знал, что тут хозяин итальянец. Да? Леша, ну проведи их, я не знаю. Кто там? Давай, Славик, руки не забудь помыть, Вася. А, называется Шференция, видишь? Флоренция. Это католическая, да? Леш? Да, да. Там где-то есть какие-то таблички, но я не знаю. Ну, вот там. Пишут, что... По-венгерски он не написал. То есть это получается самый-самый-самый центр, да? Это старый город. Старый город, да? Да. Это улица Корзо. Корзо? Да, это центр города, сам центр. Тут даже машины не есть. Вот сейчас мы там. Я подозреваю. Иди сюда. Ну, Корзо, на свет. Я подозреваю. Не, даже не надо. Где вон там вот такая штучка на стене прикольная висит? Где? Вот такая на стене. А, да, давай посмотрим. Фонарики. Боже, как холодно, у меня руки замерзли, кошмар. Я домой хочу. А, вот, да, типа фонаришник, типа фонарь включает. В очках. А я не знаю, я все равно не увижу без очков. Дядя Коля, ага. Наверх. Спонсор нет. Шарик крутится? Ребят, я просто фоткаю. Выпрями спину, Слава. Не, не крутится. А, крутится, может, просто что-то тяжело. Не берет. Как и шоколада, может, что-то. Бар какой-то. Красиво. Это кофе.
Здесь, кстати, еще вот около этого мужчины, который лезет по лестнице и фонарь зажигать, стоит чемодан. Типа чемодан поставил и полез. Прикольно сделано, красиво. Смотрите, сейчас вот паровозик. Да, воруют все... материал. Это все с карамели сделано. Летом воды столько, что даже мало где искупаться. Тоже еще одна такая вот фигурка. Видите, художник похож на Владимира Ильича. Сигаретка электронная. Стоит курить. И рисует здание. Боже, так страшно стоять здесь. Подсветочки на полу есть. А дуван. Синагога была. Сейчас филармония. Была? Что была? Синагога. Была синагога, теперь филармония. Ну, как Советский Союз стал, так и филармонии сделали. А это вот белый, а это банк. Тоже какие-то именные постройки все. Какие-то. Я нажала. Все, устала. А ну посмотри, а да, я позвоню. Здрасте! Здрасте, заходи. Чемодан кинул. Ага, чемодан кинул. Здрасте. Здрасте. Это Вася. Я знаю, я подружка. Поэтому. Сделать селедку с луком. Поэтому лук тоненько порежешь. Не, она порежет, а я сделаю. Как вы доехали, Вась? Нормально? Не холодно было? Я слава. О, господи. Не холодно было? В поезде сначала было жарко. Потом иди сюда, у меня здесь камера. Встань здесь, вот, бабушка. Ёй, ну это самое. Марина Владимировна. Ну, я не хочу. Так вот же вторая стоит. Она закрыта. Ну выключите. Ну, вот так давай сюда. Я не хочу. Ну рассказывай, как вы доехали? Это что? Вино. Фу, я думала, это что, сок? Сок томатный я купила. Фу. Смотри, я привезла еще такие помидоры. Чтобы попробовать. Фу. Что ты привезла вообще? Вот это все, макарон. Фу. Башня, а видела мою? Я люблю. Нет. Смотрите, как я исхудала. Смотри, так можно живот втянуть. Вот там башня моя. Привезла большую. Что я могу сказать? У тебя садится батарея. Ну и что? Татьяна Викторовна, где я могу досточку взять? Сейчас. Я возьму сама. Да. На какой стороне? Ну, а на этой? Так, Слава, где ты? Так не можем. Татьяна Викторовна, а как надо лук резать? Колечками или квадратиками? Как он делает? Пополам и вот это. Ага. Не так. А как он режет? Вот так. И потом вот так. Дик-дик-дик-дик-дик. Будет как четвертинки. Вот так и вот так. Четвертинки будут. Не, меньше. Я режу колечками, вот так колечками. Вот так и колечками. А, ну все, так мама просто сказала. Тоненькими, тоненькими. Сниматься не хотят. Ни Дмитрий Степанович, ни Татьяна Викторовна. Бастуют. Да. Ну, мы с Святославой не сдаемся. Да. У нас... Блин, мы все равно сигареты есть? В сумке у меня. У нас это все, это самое, как его? Отдельная сумка. У нас это все на память остается, поэтому... Да. Смотрите, как я похудела. Можно живот стянуть и до спины дойдет. Ну и что, и хорошо это? Да. Смотри, чтобы анорексии не было. Да. Это слышишь? Татьяна Викторовна, на кого больше похожа? Вот только честно, на меня или на Димку? Конечно, на Павку. На Павку? На Павку. Ну давайте на шпагетти. Давайте, давайте шпагетти. Хорошо, завтра поставлю. Так, я порезала. Теперь что, как он хотел сделать? Он хотел на... Так, картошку с чем будете? Там колбаска есть. Есть колбаска, есть... Курица в сметане. Будешь? Попробуешь курицу в сметане? Бабушка сама делала. Заманчиво. Попробуйте. Я сейчас покажу, посмотрим. Вась!
Ой, тортик. А, девочки спрашивали, говорят, это на стене висят полки. Это не полки, а делается оно с каким-то таким ощущением, что как будто... Видите, как будто навесное. На самом деле просто стена. Я люблю фарш. Я люблю... Что я еще люблю? Люблю копченую корочку. Давайте я колбаски продам, она порезана уже. Какие помидоры вы будете, свежие или соленые? Свежие. О, класс, вот это вообще класс. Может быть, поджарить ее или нет? Можно поджарить. Ну так вы говори, будете поджаренную или такую? Вась! Давайте я помидорчик порежу. Давайте не будем жарить ее лучше. Дай я помидорчик, дай хочу это сделать. Это я же. Я же кимура. Да, я же приехала. О, инклюзив. Это папа хотел стаканчик. Это мой, да, может я его. Я знаю, что твой. А что ты выбрала самое неспелое какое-то? На все для дочери ты выбрала такое. Почему? Вот. Они все такие. Вот он. Ничего, нет, да. Вот этот мне нравится. Давай. Так, вот ты выбрала для дочери, понимаете ли? Для дочери, понимаете ли? Красиво так. Покрасилась? Не надо у меня пиариться на канале. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Ты видела, я покрасилась? Что ты мне ничего не говоришь? Я не заметила, что ты покрасилась. Но я еще докрашу. Хороший цвет получился. Да. Покрасилась. Ну да, только кончики. Ну вторую, так сказать, корни не трогала. Ой, мой желудок. Все будет кушать. Просто видишь, бабушка ждала. Мы ж не знали, что мы поедем на ночную ту самую экскурсию. Нифига не видно. Татьяна Викторовна, холодно. Эти окна постоянно открывают. Знаете, черяки можно надуть себе. Экскурсия. Позови папу, скажи, что мама лук порезала, что он хочет с ним делать. Пап, прикинь, мама лук порезала. Не, вообще, ты вообще нормальный человек? Что за ужас, кошмар, провокация? Говорит, папа, прикинь, мама лук порезала. Что? Нечего сказать, мама лук порезала. Прикинь, мама лук порезала. Мама лук порезала. О, как громко это все. Так, думаю... Это, ну ты порезала вообще. Мне сказала твоя мама сначала разрезать вообще на 4 части. Ты лук не умеешь резать. Я резаю. Нет, блин, посмотрите, что они делают. Вот такие булочки. Давайте. А где у вас ложки, Петрович? Смотри, бабушка купила салат, называется, как называется? Салат... Ух ты, сама, салат самурай. Самурай. Молодец. С черной икрой. Пап, прикинь, мама слово самурай прочитала. Давай, не тройте меня. Всем. Я сейчас соберусь и уеду. Что ты там уедешь? А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Да. Покажи бабушке то, что ты сняла, как там вода поднялась. Покажу. Где у нас? Угу. Показывали по телевизору. Да. Пешеходный мост, и так вот вода поднялась. Угу. Так, еще вот сюда. Да, давайте. Я с вами буду кушать. Пожалуйста. Мы тут как в ресторане, нам тут все наложили. Смотрите, какая. Сарай самурай. Да, ладно. Все. Нормально кушать сюда. Да. Картошечку, салатик, колбаски, корочку, помидорочки. Чашечки, наверное, где я здесь возьму, да, Татьяна Викторовна? Да, все как надо. Прикинь, мама лук порезала. Ну, блин. Ты там посмотришь видео, на нём. Какие красивые чашки, девочки. Класс. Чашки обалденные. А томатный сок можно съесть? А? Томатный сок и семёнка, это тоже вкусно, да? Нормально. Не знаю. Что? А тебе скажи, секретики у нас с Леной есть. А что за Лена? Сестра твоя. А, да? Держи. Призабыла. Ой, это шиванка. Смотри, Славик. Угадай, чья? Ваша. Моя? Прикинь, где такое? Моя вилочка, видите как? У Димусечка, прикинь. Бля, есть фотку. Давайте пока. Ну. А вы? Что? Вы куда? У меня здесь вот моя тарелка. Я ем только на своей. Как наш девушка прям. А-а-а. Ага.
Вот папина кухня согрела. А ты что, на любой угле? На уголке, конечно, на угле, так это ж хорошо. Это вам в сказке рассказывала. Я не помню, что замуж не выйдешь. А, замуж не выйдешь, мать моя. Выйду, выйду, не переживай. Мать моя женщина. Хочешь, покажу котелку звук? Да. Смотри. Уже куда? Ну уже смотри, смотреть? Я тебе вот, значит, отдам, я тебе его посмотрю. Нет. Ну ты посмотришь на его котелку. Ну так не катит. Котенка хочет мне отдать. Получится прям 6 котов подать. Не-а. Хочешь, я знаю. Это вам маленькие презенты с Италии. Ой, мне спасибо. Да. Открывайте. Мальчик, подожди, я камеру. Вася, иди сюда. Васечка, тебе что, зайка? Томатный, томатный. Я тоже по томатному выступала. Блин, мама, ты что-то моими фразочками говоришь. А. Забирай. Мама, смотри, какой котенок. Сейчас, подожди. А. Мама привезла нам подарочек. Подожди, давай, давай здесь. Блин, мне не открывается, откуда ты не мог туда. А в этом фишка. Как можно было так и попасть? Давайте, красотки. И они еще легких путей. Красиво упаковано. Ну так. И упаковали. Фирма старалась. Ну нет, конечно, в магазине. Там одинаковые хоть подарки, сразу скажу. Они одинаковые, но там, но они разные. По запаху? Да. Блин, сейчас я чувствую, мне тут больше понравилось. Ну, вы поменяетесь. Ага, она поменяется 300 раз. Она небольшая разница. То есть, ну ладно, плейбой. Да, плейбойчик. Сейчас бы на счастье. Извините, пожалуйста. Спасибо, душа. Током ударилась. Тебе спасибо. Ну, спасибо, что поцеловала. Да, ну, пожалуйста, прошу. Ой, класс, спасибо. Нравится, давай, Васечка. Так, у меня попались розовые, как я люблю. А теперь запах, самое главное. Давайте. Мне нравится. Нравится? Да. Покажи бутылочку, закрой ее, покажи. Ага, посмотрите, красиво. Я люблю, кстати, плейбой, ты мне уже один раз подарила. Да, но я не помню, какого цвета я тебе. Ну-ка, брызни. А ты своей-ка брызни. Ну-ка, сейчас брызни. Еще больше. Вот это бабы. Слава, что за выражение? Вот это девушки. Нравится? Ну, дай понюхать. Да. Руку, руку. Да, да, мне тоже. Да, классно. Ну-ка, мои понюхай, можете мои больше. А, ну, нет, понюхай. Мне свои больше нравятся. Понюхай. Мне тоже эти больше нравятся. Не, у тебя, они кстати, не очень большая разница. Я редкий просто. Ну ладно, спасибо большое. Не за что. Ну что там за подарки? Бабушке ж покажите. Ага, ага. Я там и пахну. Ой, тут уже. Оно, я коробку. Боже, Васька, у тебя, это у тебя тоже такой яркий бант на духах? Нет, смотри, прям вообще такой ядовитый, красивый. Вообще малиновая. Я сначала не могла понять, она в руках держит. Думала, что такое розовый этот? Круто. Ну, будете духаться, чтобы пахли красиво. Да. Мало того, да, что будете симпатичные. Да, не дайте, дай Васюшка, иди садись. Сейчас. Ниже покажи, ее не видно. Она старая уже, ей 17 лет. Как ее зовут? Здесь молоденькая. Алиса. Алиса. Живет прямо здесь, как Алиса в стране чудес. Да. Да. Раз дожила до таких лет. Да, значит, живет хорошо. Сколько ей? 17. Ого, моя одногодка. Угу. 99. Я вечером не ем. Ну и тарелочку же поставили. Ну, поставили. Салатик попробуйте. Салат, кстати, салат бомба. Салат я попробую. Понравился вам? Угу. Классно, да? Огурчик еще. Курочка вкусная. Вкусные огурцы, а? Я тоже сказала, что огурцы вкусные. Ну ладно, огурцы, так огурцы. Ну, то ты у нее украла. Да. Вкусно хочешь. Ну, давай положу еще. Не, пока не надо. Я просто боюсь, что я не съем. Селедочка. Я как раз подъехала, говорят, что все равно огурчика и селедочка. Я хотела тоже. Мне салат нравится. Единственное, что сольки. Где у вас солька? Я сама родитель. Белый да. Хмер. А? Соль вкусно. Смотри, какие привезли красивую с Турции бабушки, подружки, типа соль и другая перец. Красиво. И чашки.